Привет-привет! Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня я хочу вам рассказать о новинке из каталога Oriflame номер 11. Это новый аромат для мужчин. И правильное его название Be the Wild Legend. Я буду его называть легенда, если вы не против, мне будет так проще. Что я могу сказать про этот аромат? Кому он рекомендован? Дерзкому? Тому мужчине, который следует своим инстинктам, который не осторожничает и не боится никаких препятствий и преград. Аромат древесный, ароматический. Из состава уходит черный перец, гибридная лаванда, амбровый аккорд. И я предлагаю его просто попробовать, потому что много можно читать про ароматы, смотреть видеороликов, но... Мы так устроены, что можем воспринимать аромат только по собственному, имея только собственный опыт. То есть, если я нюхаю, и мне нравится, значит, мне нравится. Если не нравится, то что бы мне ни рассказывали, и что бы там ни входило в состав, я этим ароматом пользоваться не буду, а тем более не смогу его ощущать от своего мужчины. Поэтому что нужно сделать, девочки? Надо заказать пробники аромата и поддегустировать его на своем мужчине. Или если вы хотите сделать подарок, поносите его на себе, чтобы ощутить аромат, нравится он вам или нет. Потому что представьте, что если вы его купите, ваш мужчина будет им пользоваться несколько месяцев. Дай бог, чтобы он вам понравился. А если нет? Сейчас мы нанесем аромат сначала в крышечку. Вот, немножечко вот так. Ох, мне редко нравятся ароматы, сразу могу сказать, особенно женские. Мне трудно угодить. В мужской линейке мне ароматы намного более порой симпатичны, чем наши женские. Интересный. Я могу сказать, что аромат неплох, но я лучше его нанесу на руку, потому что... Вот так я делаю издалека, немножко. Почему? Потому что все-таки крышечка, она немножко пахнет пластиком. И может искажать немного аромат, но он действительно вкусный. В нем нет тяжелых нот, он достаточно легкий, вызывающий. Он мне очень симпатичен. Я, кстати, давно присматриваюсь в каталоге, какой бы новый аромат взять для Миши, потому что мы привыкли к некоторым ароматам, которые постоянно перезаказываем. Честно, уже надоело. Хочется нового, но новое мне что-то давно вот не нравилось. Последний аромат, в который мы влюблялись, был Happy Dizziak, мужской, такой зеленый, с клубникой, да, просто. Слушайте, он очень хорош. Пошло слюноотделение, приятное ощущение, у меня даже какая-то вот теплота такая изнутри пошла, то есть аромат располагает. Скорее всего, да. Поэтому пробуйте, он и по дизайну интересный, такой весь серебряный, с черной надписью. Такой дерзкий, интересный и по дизайну, и по аромату. Надеюсь, мой обзор вам полезен. Я, конечно, не сильна в мужских ароматах, чтобы про них там петь песни, рассказывать интересные истории. Но этот аромат мне действительно понравился. Рекомендую. Но сначала пробник. Спасибо за внимание. Всего доброго. Ставьте лайк, если видео понравилось, и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока-пока. GoPro Stop Video.